Сегодня, 11 июля, в рамках Всероссийского крестного хода в Краснодар прибыл ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Святыню встретил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, духовенство епархии и руководитель отдела религиозного образования протоиерей Александр Игнатов. Встреча святых мощей состоялась на въезде в город Краснодар у Поклонного креста. По прибытию святыни в Свято-Екатерининский кафедральный собор митрополит Григорий отслужил молебен святому князю Александру Невскому. Ковчег с мощами будет пребывать в Краснодаре до 17 июля, и ежедневно будут совершаться молебны с акафистом. Далее святыня отправится в Крым.